Працівники сфери пасажирських перевезень вийшли на мітинг біля обладміністрації, щоб звернути увагу владу до проблем галузі. Вже два місяці працівники автопарків та автостанції сидять без роботи. Натомість активізувалися нелегальні перевізники, які працюють за подвійним, а іноді і потрійним тарифом. Такі самі мирні акції відбулись і в інших регіонах країни. Нагадаю, що вчора міністр інфраструктури анонсував поступове відновлення пасажирських перевезень в умовах карантину. Спочатку дозволять їздити автобусам у межах одного району, але відбудеться це не раніше 22 травня. Кожний день простою для перевізників обертається катастрофічними збитками. Запустилась работа во многих сферах, а добраться до города Одесса они не могут. Такие же сообщения нам приходят из районов, в том числе, что до районного центра люди добраться не могут. Поэтому я, конечно, не эпидемиолог, не вирусолог, я не могу давать квалификацию, там можно это запускать или нельзя. Но в плане именно транспорта, конечно, очень большие потери и не совсем все логично, как на мой счет. Мы не совсем понимаем, почему, когда власти ослабили карантин, открыли практически все предприятия, рынки и так далее, почему не запустили пассажирский транспорт. Хотя бы внутри областной. Пригород особенно и внутри область. Людям практически нечем добираться на работу. В наше время мы вместо того, чтобы заниматься карантинными мерами, мы развели сейчас нелегалов просто. Люди добираются, они как добирались, так и добираются по необходимости. Но очень много сейчас появилось нелегальных перевозчиков.